Всем привет, с вами Волк-одиночка. Ну и наконец-то я ухожу уже с кордона. Пойду на свалку сейчас. В принципе, я вот обжился тут детектор. Ну, денег не очень много, оружие все то же самое. Ну, зато много патронов. В общем, выживем. Хотя, я думаю, надо бы вот это продать. В принципе, патронов мало, на АК сейчас много патронов. Действительно, продам-ка ее лучше. Точнее, таскаться лишний вес только. Ну, немного не в тему, Тогда задание сдать надо. Артефакт кровь камня дали. Короче, бывалый сталкер. Вот 3 года по зоне шастал и даже в баре не показывался. Стоит у камня на перекрестке и читает. Направо аномалии, вперед монстры, налево кабаки. Там, на полке посмотри. Окей, на полке. Пирожок, да? Скоро уже ночь, 9 часов, вот сейчас вечера. Если я не ошибаюсь, то в оригинале это уже темно. Что Так, что у тебя тут? Тут все задания. Костюм, основное оружие. Костюм отремонтирован, костюм. Итак, продаю оружие, патроны к нему. Патроны для дробовика мне что-то тут делают, так что мне еще продать? Это оставлю. Неплохо. Хороший товар. В принципе, все. Конечно, комбинезончик сейчас не помешает новый. Так, ну да ладно. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Ну, проветришься, заходи. Патроны, в принципе, столько занимает, но... В принципе, я их где-нибудь оставлю в тайнике там, возле блокпоста. Чтобы потом, если что, прийти взять быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, мне не повредило. Опа. Вот сволочь. Так, я, наверное, лучше вот возьму спин-детектор в руки. Конечно, анимация с ними. Но мне объяснили, почему это так. Это из-за багов GC. Ну ладно, пофиг. Главное, что он работает в руках. Такой вечер красивый. На прибой истории похоже. На истории прибоя, если по-русски. Ух ты, это есть можно? Интересно, что оно делает. Ну, аномалия такая интересная там. Раз. Разряд. Еще одна такая же. Вообще красота. Ночью начинается. Из рюкзака он будет работать, интересно. Из рюкзака он не работает, а так вот работает. Ну, можно оружие так взять и будет работать. Отлично вообще. Что-то там воюет, надо сходить глянуть. Надо сохраниться, кстати. Бандит. Ух ты, ну чё, мои волки.
Ах ты ж гад, а. Вот я снайпер. Забираю. Это забираю. Так. Все. Ой-ей. Иди от меня, противная. Темнее, темнее. Так, ну смотрите, уже 10 часов и достаточно, в принципе, потемнело так. Сумерки уже хорошенькие. Такой закат там красивый. Так, думаю, интересно будет смотреть. Сделаю несколько скринов. Блин, кабана. Так, там враг. Он тут аномалия, там аномалия. Минное поле прям. Так, 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 тут ничего. Все, капец ему. На, патрончики для гадюки моей. По привычке хочется спрятать труп. Ух ты, у него вал. Без патронов, правда. Монолит еще. Вместо бандитов монолит ходит, блин. Капец. Одним словом. Пистолет улучшенный. Вот. 9-18 патронов. В принципе, я его, наверное, оставлю. Так что тут у них? Ну, в принципе, они одинаковые. Но этот патрон побольше его оставлю. А ладно, все, оставлю. Сейчас все равно пойду на бар. Ну, в бар, то есть. Продам там это все. Что мне не надо. Так. Походу мне сейчас придется запись опять выключить. Сохранюсь на всякий случай. Так, ладно, в следующей серии.